В Азербайджане внесены изменения в правила проведения досрочных президентских выборов. Соответствующие изменения были внесены в Избирательный кодекс. Согласно изменениям в статье 179 кодекса, президентские выборы после назначения Центральной избирательной комиссии проводятся в течение не 3 месяцев, а 60 дней. Завтра проект будет вынесен на обсуждение на заседание Комитета Мели Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.